Хочется, конечно, но они молодцы, хоть чуть-чуть поддавались, так вот, совсем меня не обижали. Не, ну было здорово, нормально. Я хоть позитивные эмоции получил. Что касается сейчас команда, кто тренировается еще, когда в отпуск уходит, собственно говоря, как вы видите? Мы тренируемся до конца апреля, определяемся с игроками на следующий сезон. И в конце апреля распускаем ребят в отпуск. Спасибо большое. Спасибо.